организована Российской государственной детской библиотекой совместно с Болонской книжной ярмаркой, Академией Дроссельмайер, Институтом графики и искусства книги имени Фаворского, Московского политеха. Инсталляция иллюстрирует произведение Джани Родари «Коты города Рима». Здесь они захватывают Колизей, так как протестуют против того, что на небе нет созвездия кота. Это моя инсталляция для выставки Джани Родари. Она посвящена его произведению, которое называется «Солнце и туча». Там, собственно, происходит непримиримая борьба солнца и тучи. Зону, посвященную произведению Джани Родари «Чиполлино». И мой главный герой – это помидор и еще огромное количество злых лимонов. Литературная судьба Джани Родари в СССР сложилась самым счастливым образом. Своей всесоюзной славой он был во многом обязан Самуилу Яковлевичу Маршаку. Маршак, владевший итальянским языком, прочел и высоко оценил стихи и прозу Родари. Поэтический сборник под названием «Книжка веселых стихов» и знаменитая сказка «Чиполлино» были опубликованы в римском еженедельном детском журнале «Пионер» в 1951 году, а уже в следующем, 1952, в Москве в литературной газете «Маршак» печатает переводы детских стихов Родари на русский язык. В заметке, предваряющей публикацию, «Маршак» пишет: «Сочинять стихи, достойные стать рядом с народной песней и считалкой, умеют только те поэты, которые живут с народом общей жизнью и говорят его языком. Таким поэтом представляется мне Джованни Родари. В его стихах я слышу звонкие голоса ребят, играющих на улицах Рима, Болоньи и Неаполя». Джани Родари любили в СССР и продолжают любить в России не потому, что он был коммунистом. В то время, в 50-60-е годы, все итальянские интеллектуалы были коммунистами или, по меньшей мере, левыми. Но только Родари сумел продолжить традиции новой детской литературы, заложенной в СССР в 20-е годы такими детскими писателями, как Маршак, Олейников, Веденский, Хармс. Я имею в виду книги, обращенные к детям, живущим в реальном мире. И герои Родари, и читатели Родари одинаково хорошо осведомлены о проблемах этого реального мира, о его кричащих противоречиях, и они по мере сил стараются эти проблемы решать, как тот же самый Джельсомино, который повзрослел раньше времени. Когда в СССР кончился социализм, оказалось, что горькие шутки Родари актуальны как никогда, точнее, как всегда. Достаточно вспомнить «Чиполлино», в котором собираются ввести налог на воздух. Или в том же «Чиполлино» кума тыкву, который всю жизнь строил домик, а в результате дом оказался настолько мал, что он в нем едва помещается. Хотя кум тыква не знал слова «ипотека». Кроме того, сейчас в наши дни выяснилось, что Родари не только коммунист, но еще и футурист. В том смысле, что его многие предвидения только сейчас начинают сбываться. Джип в телевизоре, предвосхищение того, что можно путешествовать по всему миру в виде электронного сигнала. Или сказки по телефону, собственно, то, чем мы с утра до вечера сейчас занимаемся. Что касается судьбы переводов Родари в России, здесь такой парадокс. Родари очень много издавали, но очень мало переводили. То есть переводили очень ограниченный набор текстов, но издавали их колоссальными тиражами. Между тем, каталог Родари очень велик, потому что он, как профессиональный журналист, профессиональный редактор, вынужден был еженедельно заполнять свои газетные полосы. И этот каталог еще нуждается в разработке, в разборке, в систематизации. Работы переводчикам хватит, и я надеюсь оказаться одним из них.
эта часть нашей экспозиции называется «Итальянское совершенство иллюстратора Джани Родари». На ней представлены в хронологическом порядке работы 21 художника, в их числе признанные классики итальянского искусства книги Бруно Мунари и Эммануэле Лозатти, а также знаменитые современные иллюстраторы Беатриче Алеманья и Олимпия Заньолли.